каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. Она ставит только два и орет на нас всегда. У доски пытает нас, ненавидит весь наш класс. Говорит, мы тормоза, у нее давно шиза. Не болеет никогда, нет ни сердца, ни стыда. Она такая одна, она так беспощадна. Вот бы уволилась она, но маловероятно. Отдыха нам не дает, дофига нам задает. А когда звенит звонок, не кончается урок. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. Будь добрей, 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 или увольняйся поскорей, и вали подальше на Бали, и наш мозг ты больше не люби. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка. В каждой школе есть одна такая истеричка гадкая и злая. Это Жиза, а не страшилка, и зовут ее адская училка.